25 июня в городе Теплодар состоялся первый в истории города велопробег «Эстафета за мир и единство» по случаю Дня молодежи и Дня Конституции Украины. Это мероприятие объединило любителей велоспорта всех возрастов, от 15 до 35 лет, которые проехали по маршруту Теплодар, Мирная, Промзона, Беляевка, Повстанческая, Майоры, Теплодар, ставший серьезным испытанием на выдержку и прочность. Настоящие патриоты нашего края с флагами Украины преодолели 42 километра без осложнений. И несмотря на большое расстояние и летнюю жару, финишировали целыми и невредимыми. В прекрасном настроении, уставшие, но счастливые. Организаторы надеются, что подобные мероприятия станут доброй традицией для нашего города и заинтересуют еще больше участников не только из Теплодара, но и из соседних населенных пунктов, которые они смогут посетить в течение будущих велопробегов. Организатором мероприятия выступил Теплодарский городской спортивно-физкультурный клуб «Сила» во главе с Владимиром Ярмоленком, депутатом Теплодарского городского совета от ВО «Батьківщина» и помощником депутата Ириной Кузнецовой. Сегодня мы делаем велопробег по маршруту, который давно согласован со всеми, как говорят, службами. А служб у нас много, и они все серьезные, и поэтому надо серьезно отнестись к этому делу. Маршрут посвящен, конечно, предстоящим нашим праздникам, особенно Дню Конституции Украины. Маршрут начинается из Теплодара. Впереди едет наша машина ГАИ. За машиной ГАИ едет потом уже дальше велосипедисты. И они присоединяются жители тех населенных пунктов, которые мы будем. Маяки, Мирные, Маяки, Беляевка, Повстанческая и опять Теплодар. Вот такая примерно схема. Это, конечно, спортивное мероприятие, патриотическое воспитание. Значит, то, что здесь не присутствует практически никакой партийной символики, это даже круче. Потому что это национальный праздник. И флаги национальной Украины присутствуют здесь в обязательном порядке. Я думаю, что это станет хорошей традицией для нашего города. Потому что спортивная молодежная организация, которая недавно, как говорят, родилась в нашем городе, она заслуживает того, чтобы начать серьезно заниматься спортом в Теплодаре. Это поможет нам в воспитании подрастающих поколений. Всего вам доброго, успехов, ребята, вам, счастья и здоровья. Ну, в Теплодаре, к сожалению, велодвижение совершенно не развито. Такие мероприятия могут помочь поднимать уровень заинтересованности в велоспорте. И поэтому сегодня я хочу посодействовать этому, создав массовость, приведя своих друзей и приехав сам. По велопробегу Владимир Ярмоленко отметил, что развитие спорта в городе Теплодар является одним из главных приоритетов для него, а также для членов спортивного клуба «Сила». Спортивные мероприятия и стремление молодых людей к ведению здорового образа жизни являются лучшим показателем нашей работы. В свою очередь, Кузнецова Ирина озвучила, что главной целью мероприятия является пропаганда среди молодого поколения необходимости поддерживать здоровый образ жизни, дружеские отношения, взаимопонимание, патриотизм, единство между людьми и ценность мира. Участники и организаторы велопробега выражают искреннюю благодарность всем, кто помог в проведении мероприятия. Особую благодарность выражают главе Беляевской районной администрации Жумаданову Арсену Куатовичу за активное содействие в организации велопробега. Проехали мы первую дистанцию, Теплодар Мирная. Было не так легко и не так сложно, но сейчас впереди еще будет сложнее. Потому что у нас впереди маршрут очень такой интересный. Для участников будет как бы интересно. Хочу пожелать участникам нашего велопробега, чтобы они не отставали, ехали всегда с нами. И силы, много силы, еще силы, силы, много сил.
25 червня ми з фізкультурно-спортивним клубом «Сила» організували патріотичний велопробіг естафету «За мир і єдність». Мета цього заходу – пропагувати серед молодого покоління єдність, цінність миру, взаємодопомогу, ведення здорового способу життя, ну і щоб наше молоде покоління було зацікавлене в нашому майбутньому, адже в їх руках далі розбудова нашої країни. Наразі ми вже пройшли третину дистанції, ми вирушили з Теплодару від пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка, проїхали селище Мирне, зараз знаходимося на промзоні нашого міста і вирушаємо через Червоний промінь на Біляївку, з Біляївки на Повстанське Майори і повертаємося додому. Приїхали круту частину дистанції. Вже дві третини. Дві третини, так. Да. І залишилося нам ще приїхати СХТ і Майори. І ми вже будемо далі. СХТ сьогодні вже називається, да, Повстанське. Повстанське. Да, тобто ми зараз направляємось до Повстанського через Майори і додому. Вже дві третини проїхали, ще трошечки. Нікого по дорозі начебто не загубили, всі разом, всі дружно, один біля одного, один одного допомагають, всі один одного чекають. Да, їдемо ми організовано. Да, дуже все чудово проходить. Що у нас все під контролем. З нами міліція, з нами скора допомога, так що я сподіваюся, вона нам в дальнейшому ще не понадобиться. Звісно, я відкинув. От ми школу закінчили. Даний велопробіг організований клубом спортклуб «Павер», Теплодарський міський спортивний фізкультурний клуб «Сила». Ми його основали в цьому році, і цей клуб набирає оборотів. І, скажімо, днем в нашому клубі становиться все більше наших учасників клубу. Учасники за спорт, за силу, за розвиття спорту в Теплодарі всіх видів. Тобто приходите к нам в клуб, скупайте ВКонтакте, в Фейсбуке, присоединяйтесь к нам, разом и сила.